Объекты дорожного сервиса привести в надлежащее состояние. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы муниципалитета Юлии Купецкой в Серпухове была создана специальная межведомственная комиссия, которая инспектирует и выявляет нарушения в сфере потребительского рынка и услуг. Чаще всего при объектах дорожного сервиса это не соблюдение земельного законодательства, не соблюдение вида разрешенного использования земельных участков, отсутствие документов на примыкание к дорожной сети, так как объекты дорожного сервиса чаще всего располагаются вдоль трасс, в том числе и федеральных. Нарушения бывают и по линии Роспотребнадзора, по линии защиты прав потребителей. На данный момент межведомственная комиссия проверила порядка 10 объектов дорожного сервиса. К ним относятся мойки, автосервисы, станции технического обслуживания, шиномонтаж. Структурные подразделения администрации муниципалитета, представители Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора, налоговой службы, Росреестра, Мосавтодора с собственниками объектов и частными предпринимателями ведут соответствующую работу.